С инициативой построить храм на участке в парке Ореховая роща в управлении архитектуры и градостроительства обратились священнослужители. Городские власти решили обратиться к мнению анапчан и инициировали общественные обсуждения по этому вопросу. Высказать точку зрения и поставить подпись «за» или «против» возможного строительства имел каждый. Здесь вот у нас парк, вот место хорошее, прекрасное. Я считаю, что я не против храма. Храм нужен, храмы нужны в нашей России, восстанавливать нашу духовность. Я против строительства здесь, на данном участке. Пускай найдут место, где можно построить храм, расчистят. Они на готовенькое придут, где уже все расчищено, сделано, где люди уже гуляют, где есть дорожечки, где можно спокойно выйти с детьми. Мне очень хочется, чтобы она сохранилась красивой хотя бы вот в этом месте, чтобы здесь стоял красивый православный храм. И точно уж на том месте, где будет стоять храм, ничего плохое не будет ни построено, ни сделано, и никакие плохие компании собираться не будут. А мне хочется, чтобы мои дети общались с хорошими людьми. К сожалению, не все из пришедших к парку так спокойно выражали свое мнение. У многих главным аргументом был крик. Получается, что отстаивать свою позицию цивилизованно мы еще не научились.